Прием, здорово всем, с вами Хилл Хёрц, это у нас мод Blood Souls Judgment of Ash. Я уже 1000 лет не стримил, а именно не записывал видосики по Dark Souls, так что немножко волнительно. Ну так вот, закончили мы на том, что попытались одолеть Дьякона в глубину, не получилось. Как я и сказал, давайте попробуем осмотреть, серию пишу сразу же после вот предыдущей, попробуем осмотреть, наверное, храм, не храм, ну короче, начальную локацию, travel, вот. Храм огня. Потому что там, мне сказали, тоже есть ништяки. Потом проточим наш эстус, улучшим нашего персонажа, насколько это возможно. И попробуем потом еще раз подраться с этими позорными сутулыми дьяконами глубин. В надежде на то, что у нас все получится. Ну, а если не получится, то мы по-любому что-нибудь придумаем. Ну, типа, а как иначе-то? Вообще, по-хорошему бы фейблды записать. Что-то я совсем про него забыл. Так, нам нужно как-то попасть наверх. Да, я знаю, в принципе, если бежать и зажимать... скажем так, блок, то факел будет светить чуточку дальше. Мне показалось, тут что-то большое белое лежит, но нет. Эта фигня всегда меня бесила. Потому что я не понимаю, из-за чего она работает, как она работает и почему она светится. Но она люто накаляет. Можно пройти. Здесь ничего не будет, потому что к нам никто не вторгался. И это получается тоже все закрыто, но мы же с вами знаем, что... мы, как бы, народ простой. У нас рано или поздно получится делать скип спидрунерский. Не знаю, давай третий раз. Плохо. Давай дальше четвертый раз. Почти. Давай пятый раз. Ну, с пятого раза нормально. Not bad, not bad. То мы привыкли к светлым локациям, да? Негоже, как говорится, негоже. Здесь мы, получается, к... о, нифига. Вот это прикол. А чё они замуровали, черти? Замуровали ворону, короче, не поверите. А, титанит эст, как это, осколок эстаса сюда положили. Ну ладно. Очень необычное решение, но кто я такой, чтобы судить? Ну, тогда мы, получается, улучшаем эстус. Всякое тоже улучшаем. Грейдимся. Я вот даже думаю потратить души, честно сказать. И проточить пуху настолько, насколько у меня хватит. И пойдем наваляем этим дьяконам глубин. А никто не видит? Эть. Демонюга, сатанюга, уходи. Не кусай меня за попу. Так. Давайте поюзаем души. Какие есть большие? Use selected. Давай две. Бахаем. Сколько душ-то дали? Не заметил. 4000. Должно хватить на улучшение в теории. Сейчас мы это с вами все и узнаем. Два осколка у нас, и есть еще, по-моему, осколок горящей кости, да. Мне сказали то, что некоторые иконки с вопросиками и с какими-то непонятными иконками, потому что автор мода делает все один и не успевает, как бы, там, заниматься всем этим. То есть, рано или поздно, вроде бы, как все это будет сделано, доделано красиво. Оу, май, 9 миллионов дамага. Да. Стоп, еще надо. Что это? Немножко улучшились, хорошо. Так, секунду. Да, еще нужно сжечь. Обязательно. Burn on Dead Bone Shard, хорошо. Ну и все, я за кадром добегу до дьяконов, скоро увидимся, наверное. Чуть не забыл, пока что нам еще рано выключаться. Я же хотел нижнюю часть локации попробовать исследовать, а потом, если что, мы просто как бы варпнемся дальше и все. Пока что... предположительно, план таков. И жить, ребята, душные, просто нет слов. Большой осколок титанита с сюдой. Пойдем вот сюда. Блин, я думал, получится двух этих и двух этих тактикульно убить. Но что-то нет. Так, там уже пипяки на меня напали. Я просто убегу. Даже не убегу, а тактично ретируюсь. Хорошо прилетел, брат. Продолжай в том же духе. Вроде бы никого нового нет у нас. Нет. Успокоили глистов. Как там текстурки-то постоянно то подгружаются, то отгружаются. Мама родная, что с ними происходит? Это было. Эй, дядь, ты что так больно бьешь? Ну хорош. Ой, надо уворачиваться, я и забыл. Если нормально вовремя бить, уворачиваться нет нужды. Ну, началось. Хорошо, что я с факелом.
Да успокойся ты. Попустись. Я не помню, этого, по-моему, не было. Как будто лед какой-то наполз. Явно что-то не догрузили. Ладно. Может быть, нас ждут какие-то кардинальные, колоссальные изменения. Не уверен, конечно. Но можно попробовать было бы. Так, двигаем дальше. Много всяковых титанитовых штук. Все как раньше. Посмотрим, будет ли большая ящерица, которую мы все с вами так любим. Маленькая есть. Бэби-ящерка. Сейчас бы попасть. Ну и чё, где большой ящер? Кто ты такой? Я пытаюсь посмотреть, что это. Это двухголовая виверна? Господи, какая ты страшная. Я решил завалить ее, пока не поздно. Потому что выглядит как, извините, как отродье сатаны, не иначе. Просто максимально адово, максимально стрёмно, максимально страшно. Ну, такое, извините меня, в пень. Никому не пожелаю перед сном такое увидеть. Прям жопа вообще аж. Фу, мерзость, не хочу такое смотреть. Благо есть гиперармор. И проблем особо-то нет. Главное потом добежать и души не потратить. Не, ну эта броня офигительно выглядит. Пока что, наверное, самая красивая из всего того, что я видел. А врать не буду. Так, забираем тот ништяк на горе. Горный ништяк и крадемся вверх. Тут нельзя. Видимо, придется отсюда. Вообще, можно? Да, можно зайти. Все, позабывал уже. Отставы не будет? Знаю я вас. И ради этого. Ну и в принципе все, я побежал возвращаться до босса и скоро увидимся. Так, мне теперь надо альтабаться, по-другому неудобно. Так, ну где-то вот с этого места мы с вами продолжим. Сейчас бы понять, в какую сторону идти. Вот, я постараюсь этих ребят пробежать, с этими, наверное, придется драться. А вот с теми я, наверное, драться не буду, пробежим сразу на босса, побежим. Одну срезку открыл, надеюсь, одной мне будет достаточно. Ну нет у меня желания сейчас по этим срезкам бегать, блин, я думаю, вы меня поймете. Ну а если не поймете, то я надеюсь, мы к какому-нибудь соглашению под... Ух ты, ё-моё, придем. Большой глист пришел. Больших осколков титанита мне, в принципе, тоже не надо, если что, я знаю, где их нафармить. Вот. Сеча была жесткая. Главное безымянного короля сразу как-то выкинуть из игры, попробовать. Не знаю, конечно, почему он настолько лютый здесь. Зачем вообще он здесь? Начнем с этого. Ну, ладно, поехали. Души вижу. Не пойму, она одна или нет? Их две. Дьяконов можно вообще не убивать. Одна типа фейковая, что ли, или как? Вон новая сразу появилась. Выключил ее из игры. Буду лечиться самоцветиками потихоньку, помаленьку. Немножко буду дьяконов вырезать. Вот так, чуть-чуть. Куда она делась? Прямо тут, хорошо. Урона не было. Самый неприятный пока что босс, как я уже и говорил. Опять какой-то артефакт у меня появился на экране. Они типа через время приходят или что? Почему ХП? Вот, сейчас отнялось, ладно. Это фейк был, да? Походу, да. Они, видимо, чередуются. То фейк, то настоящий, то фейк, то настоящий. Но это единственное мое предположение, как это все работает.
Где эта штука? Прямо в текстурах. Ну почему нет? Мне интересно, откуда потом безымянный король материализовался. Это фейк, да? Проверяем. Вроде бы да. Хорош. Следующая, которая появится, должна будет быть настоящей. Да. И следующая будет фейком. Вот этот сатанюга приехал. А, это все, что ли? Это самый главный дьякон глубин, что ли? Тоже мне. Так, small doll, хорошо. Маленькая кукла есть. А как мне попасть в... Есть предположение, что сейчас у меня там проход откроется. Я душу забрал, я что-то не пойму. Давайте смотреть, я не помню, честно, не помню. Давайте отдохнем. Больше должно быть душ, намного больше. По идее, локация обновилась из другой... А, вот, сайт дьяконов, да? Да. Я, конечно, могу наверх подняться, но какой в этом смысл? Видимо, душу я забрал. Пока я искренне не понимаю, что от меня хотят. И как минимум, куда идти. Ну, это очень странно. Ладно, давайте вернемся в начало в любом случае. Что-нибудь проточим, что-нибудь сделаем, что-нибудь как-нибудь персонажа улучшим. Дабы он стал мощнее. И потом уже будем думать, как действовать дальше. Пока не знаю, что качать. Может, веру? Какие-нибудь заклинания, бафы? Потому что в основном, как мне кажется, параметров all right. Можно, конечно, на 30. И остальное, например, в инту до десятки, потом в фейс до десятки. И так потихоньку, помаленьку. Прощай. Самоцветы пока вроде бы есть. Из того, куда идти. Давайте попробуем сейчас в одно место сходить, получается, вот сюда. И назад сходить, проверить. Вот помните, где раньше туман был? Потому что в самом противном случае я уже не знаю, куда идти. Мне же еще как-то нужно срезку найти, чтобы попасть наверх этих храма глубин. Блин, так сложно. Сложно в плане понять, куда идти. Он сразу не напал. Но был очень неплохой шанс меня одолеть. Но он почему-то этим не воспользовался. Видимо, как говорится, оно ему и не надо было. Полагаю, все еще не смогу пройти сюда. Очень непонятно, зачем. Зачем это было сделано? Ну, визуально вряд ли. Полагаю, что нельзя. Ладно. К Розарии сходить. А если не к Розарии, то я уже все, что можно было, прошел. И я просто 100% не знаю, куда идти. И это меня в этих играх бесит больше всего. Так, нам нужно кольцо глубин, по-моему, да? Для этого тоже еще дофига нужно идти. Ладно, сейчас попробуем. Я пытаюсь вспомнить, куда мне идти нужно. Получается, travel. Либо в дополнение идти, но в дополнение я пипец как не хочу идти. Я думаю, вы меня поймете. Что, как говорится, я забыл в дополнении. Одну срезку я открыл, сейчас мы спустимся быстро. Попробуем открыть вторую. А, ну конечно же, лифта нет. А Джонни, куда делся мой лифт? Блин, какой сексуальный сет. Просто нет слов. И тут еще ниже можно сходить вроде бы, да? В секретное место.
насколько я помню. Здесь должна мадемуазель быть. И самоцвет глубин, да. Все верно. И робу ее дали, я не буду ее использовать, потому что она мне не нравится. А, и вот это подстава, конечно. За это ты будешь повержен, пососный слизняк. Если я не ошибаюсь, я только что падал с этой высоты, и персонажу ничего не было. Да, нормально. Сейчас нам нужно найти короткую дорогу. Какая там фаер-шоу война идет, жесть просто. Ого. Мужчина знает толк в унижениях. Нет. Лол, нифига мне эстуса вернули. А вы за что так много эстуса вернули? Что за магия? Ой, чего? Рычаг, я не помню их. А, ну пусть будет. И где-то же тут проход должен быть, нет? Который отведет меня на второй этаж. Надеюсь, это он. Да, это он. Блин, запутано все. Ну, это вроде бы короткая срезка. А дальше дорога наверх. Мы сейчас пойдем наверху, посмотрим. Вдруг там что-нибудь новое, какая-нибудь варп-точка есть. Ну, поехали, узнаем. Ого. Это что за петухи из Бладборна? Мужики, как-то некрасиво. О. Вся раза, не могу лут забрать. Он в воздухе остался висеть. Видимо, нужно перезаходить из игры, но я не хочу. А их же двое было, нет? Мне снова показалось. Ну да ладно. Залезу, там их трое будет. Вот я проору, если так действительно произойдет. Повторюсь, не хотелось бы. Этого колечко вроде падает. Да. И сейчас главное не ошибиться. Нет, брат, мать твою, брат, не брат ты мне, падла сутулая. Да я так и... Ой, ну что за черт? Ну, благо мы все срезки открыли. Господи, какой он мудень. Вот просто вот этот, вот как его, Найт, большой Найт, просто жопа лебяжья. Просто анус полоса, как это, просячий проход лебяжий. Просто слов нет, ладно. В принципе, мы недалеко от нужной нам точки, но такой подлости я не ожидал от этих петушар сутулых. Тупо отвечаю. Как вы могли заметить, произошла незаконная грязь. Так, надеюсь, в этот раз я смогу забрать лут за него. Golden Wing Crest Shield. Ну такое себе, ну пусть будет. Так, дубль 2 же по головой. А что мне души начисляют? Так, падла. Я тебя уничтожу. Ты думаешь, я тебя не переиграю? Переиграл и уничтожил. Рогатка, на, какая у него рогатка, нифига себе. В обратную сторону гнется. Очень гуттаперчивый мужчина. А, храмовник, я вспомнил, как это зовут. Оказался. Да ты там лезешь, дядя. Вылазь обратно. А, тут подстава, я помню, будет еще. Что-то мне подсказывает. Да, он в воздухе висит.
Что за жесть? Чё-то ты долго спрыгивал. Такие резкие скачки камеры из-за того, что я иногда пальцем по тачпаду сенсорному на джойстике задеваю. Я самого это дико бесит, но избавиться от этого я пока не знаю как. Увы, к сожалению, и ах. Да брось. Ну, мало ли. Вдруг да. Ну а вдруг? Ну нет. А, видимо, не сегодня. Не надо. Лишних слов, не надо паники. Сейчас бы попадать. Амана. Маленький упал, маленький походу. Нет, он не захотел драться со мной. О, Blessed, освященный гем, да? Если я правильно перевел. Так, ну нам еще нужно прыгнуть к королеве этой. В одеяле. Два храмовника нужно как-то пройти, обойти, блин. Повезло. Не-не-не-не-не-не-не, ну куда же ты? Больно бьет. Что такое, брат, предиктилка сломалась, да? Опустись. Роняка. Прямо в локоть попала, а? Ну что, поехали, вжух. Красиво. Даже минус лица не было. Ну, нормально. Почти не больно в ноге. Два я нажал. Кто кидается? Опустись. Так, а дальше что? А, вон, нашел. Листы атакуют, а? Говорили мне, мой руки перед едой, а я не мыл. Добрый, но за него дают красный мылок, который у меня уже был вроде бы, да? То есть, реально, я особо-то и не знаю, куда идти. Ну, разве что в морозное дополнение. Другого варианта я не вижу. Поехали немножко в DLC сходим. Попробуем. Типа, коли уж мы тут. В дополнение я вообще ничего ни черта не помню. Так что это будет максимально... Ну, если что-то даже новое я увижу, я не пойму, это новое, не новое. Типа, вот к чему я. Так, тебя я помню, братан. Нет. Небольшой размен произошел. Кто-то со мной разговаривал? Ну, ладно. Фига себе он запредиктил. Да ну брось. Куда тебе со мной тягаться, дружище? Кажется, без факела в руке выгоднее будет бежать. Вообще не помню, куда идти. Мухи какие-то огромные, цикатухи. Как-то на эту гору к этим говнюкам можно подняться, я не помню только как. Сколько штук? 5 их тут было? Или больше? Я вот что-то как-то не заметил. Ну тут ништяк упадет эта штука, я помню. Я успел забрать. А себе туман долгий. Просто полудневной туман. По-моему, волчары с мощными шерстяными лапищами будут бегать. А может быть и не тут. Так, подожди, собака. У меня нос чешется. Готов драться? Не. 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 Просто чувствовал, он еще сидит, думает, в засаде, но я-то его вижу. Я, мистер Волк. Далеко сидеть собрался?
Что это за место? Не помню, но пойду. О, это то самое место, откуда эти говнюки кидались. Я помню, что где-то тут было подставное древо. Я решил проверить. И да, это оно. Пацаны, я тут, походу, ваш лут сваловал. Нихера себе дамага. Не. Да ну брось. Так куда тебе с таким дамагом? Лети в космос, дружище. Оловер Чевелин, ну это хорошо. По-моему, последователи они. Так, а ты живая или... Да, ты живая. Думаешь, я тебя не переиграю? Бревно. И ты живая, да ё-моё. А сколько за них душ? 312. Маловато будет. Могли бы и побольше. Вон, волчара огромный лежит. Сидит. Я вот не помню. По-моему, в оригинале здесь больше туманности было. Слушайте, какой-то это демонический волк. Он типа облезший, нет? Или он просто издалека текстуру не прорисовал? Главное с большим волком разобраться. По-моему, он в космос улетел. Блин, у меня проблема. Собака не хочет получать по щам. Кое-как. А что же вы не помогли? Что же не впряглись-то за батьку своего? Ну, видимо, поздно. По-моему, небольшое ответвление было или не было? Не помню, чтобы тут можно было войти, видимо, дальше. Блин, что это за фигня вот на экране у меня висит? Будут по мне стрелять? Тут вообще минимальные изменения, я бы сказал. Могу, конечно, ошибаться, но вроде бы все так и было в оригинале. Поправьте меня, опа, ежели я не прав. Реально ставить Синдерс и проходить его. Там хотя бы интересно было. А не вот это вот все, знаете ли. Бочара, что ли, огромная? Ё-моё. Опа, летит снаряд. Их теперь два. Автор мода, блин, надо сделать сложно. А умножу-ка я противников x2. Звучит как план. Подожди, я лутаюсь, брат. Не стреляй, пусти ствол. Упаду, скорее всего. Так, это дерево, наверное, живое. Нет? Плохой из меня эколог. Ладно, пусть они ходят, не буду их трогать. Слушайте, а может это вильдстаты вообще? Да, лол, это вильдстаты. Я думал, это милвудские рыцари, это же тупо вильдстаты ходят. Забавно. Ну, пойдем наверх, может там какой-нибудь секретик мне устроит. Да успокойся ты. Машешь ты, конечно, страшно. Но нет. На самом верх пойдем, но там сет этих рыцарей должен быть. Если я не ошибаюсь, он очень красив. Я ширка. Надо бы запомнить это. Ушел стрелец. Даже не помню, куда мы придем в итоге. Верьте, не верьте, хотите, не хотите, как говорится. А где же сет этих рыцарей был? Или я его у служанки только могу купить? Походу, да. Пойду попробую ящерку забрать. Если она еще не исчезла. Она уже исчезла. Блин, а нет, она ниже, окей. Так. Не, да что ж такое? Хорошо, что она побежала. И это мне помогло. Давайте еще немножко похилимся до фула. Ну и чё, тогда идем дальше. Я же, по идее, могу сразу на сестру Фриду пойти. Блин, согрели. Как собака увернулась? Это же незаконно.
А это что за часть локации? Ну, наверное, это из дополнения, вряд ли это Анерлонда. А, ну вон волки в воздухе лежат. Ну здорово, чё. Реализм. Давай, главный, спрыгивай. Я тебя натягиваю. Как же она мансит? Как же она мансит? Мать моя. Хьюстон, это что за волчий прайд? Я главного одолел. Ссыкуйте, бегите. Что, смелые самые? Рычите вы, конечно, страшно. У меня есть огонь, бойтесь меня. Бойтесь, волки сутулые. Я знаю, что собаки боятся огня. А вы дикие собаки. Ладно, надо убежать, пока не поздно. Пока анус не откусили. Блин, я даже и боссов не помню, какие тут будут из боссов. Если после этой локации ничего больше не произойдет, тогда мы зашли в тупик. Так, а это что такое? Разве так все должно быть? На всякий случай. Лучше, как говорится... Ах ты дрянь, перебдеть, чем недобдеть. Замораживают, если я не ошибаюсь. А ну брось. Что так хп улетать стало? Блин, мухи дряные нападают. Блин, жутко крипово, когда это дерево за мной летит. Ну как летит, ползет. Я не помню, что мне сюда надо. А, не, мне сюда не надо. Так, я пойду, пока не поздно, потому что, по-моему, эти мини-ПВОшки очень больно бьют. Так, дядя, не бей, пощади. Да что ж такое, отпустите меня. Отпустите меня, пожалуйста. Это же здесь костер должен быть. О, да. Давайте на этом, наверное, закончим, потом продолжим попозже. Пока что интересно, но как-то, не знаю, сомнительно. Всем большое еще спасибо за просмотр, счастья и здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.